Задачи были такие, не отпустить большой отрыв, то есть помогать нашему капитану, прикрывать его на ветру и на финиш как бы там помочь нашему спринтеру. Ну вроде так задачи справились, что ли. There is many more people like in Qatar, right? Сначала уехало всего лишь два человека, то есть слабых команд. И как бы, ну, остальная группа контролировала их, то есть там разрыв даже до 10 минут достигал. Ну, их потом догнали, как бы. Ветра в основном не было. Дорога такая, ни холмов, ни гор, почти что равнина как бы была. Получается, чем в Катаре, здесь как бы, ну, допустим, по сегодняшнему дню, можно сказать, тут точно не было ветра такого, как в Катаре. Ну и здесь потеплее, как бы чувствуется, что потеплее температура.